Так, сегодня я покажу, как я делаю грядки. Вот у нас уже здесь есть готовые. Даже уже первые всходы пошли. Но они, конечно, не сильно ровные, но все равно. Быстро и легко их можно сделать. Где-то у нас длина примерно получается 10 метров. Грядки. Вот сейчас покажу. Значит, у нас есть две палки с натянутым шпагатом. Вот, специальные грабли. На граблях у нас есть отметка ширина грядки. Вот, сейчас вот мы все отстреляли, натянули. Здесь у нас будут огурцы. И все, и пошли по земле. Сначала протопчем тропинку. Вот, почти протоптали. Ну все, сейчас надо откидывать землю. Вот так вот бортики я делаю, откидываю с одной, с другой стороны, вот так вот ногами, и все. Потом еще раз пройтись, утоптать тропинку, и все готово. Сейчас вот в одну сторону пройду, потом в другую. Иногда сразу на две стороны раскидываю. Вот так. Вот это вот. Так, сейчас покажу. Доделаю. Вот. Ну, маленько уже получается. Вот это вот, значит, у нас будет одна грядка, и вот здесь вторая. Там я просто пройдусь вот здесь вот и сделаю тропиночку. Все, теперь вот эту вот подсыпем ногами. Все, готово. Дальше мы, получается, переставляем грабли. Два колышка наших переставляем и делаем еще одну. Вот так я вот делал вон там. Переставлял, переставлял. Я всегда вот так ногами насыпаю бортики. Потом граблями в центре разровнять, и все. Ну и все. Последний раз проходимся. И получается у нас одна грядка готова. И одна сторона другой грядки. Вот, собственно, и все, что я хотел показать. Вот получается примерно так вот.